Тем временем в регионе выберут лучшего руководителя. В области продолжается прием заявок на ежегодный профессиональный конкурс среди управленцев коммерческих и некоммерческих организаций. Руководитель года 2020. Организатором выступает региональная торгово-промышленная палата. Основная цель – привлечь внимание к передовым ориентирам в управлении, а также к стремлению развиваться и верить в себя. Участники конкурса смогут обменяться лучшими стратегиями и практиками управления, а еще оценить результаты работы за год. Номинаций будет 8 – от лучшего руководителя в сфере производства и сервиса до лучших в строительстве и образовании. Первый этап конкурса стартует уже 5 августа. Финал состоится в ноябре. Первый Ярославский телеканал является информационным партнером. Все, кто хочет доказать что-то себе, кто хочет показать себя и кто, самое главное, хочет донести свои мысли и свое видение о тех новых методах управления, которые сложились в настоящий момент, мы будем очень рады видеть на нашем конкурсе. Развивая таким образом руководителей, помогая им становиться лучше, да, мы изменим то общество, которое есть сейчас у нас в нашей Ярославской области. Будет в каждой номинации по 3 эксперта, и они будут оценивать, у них будет достаточно такая сложная система оценки, где-то бальная, где-то просто голосованием.